И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. Все верно. Итак, ребята, недавно мы делали обзор по шкуркам, брали несколько абразивных материалов. Это какие мы брали? Мы брали Soma Gold, Soma Platinum, Rhombus новая их линейка, и тестировали их с Sunmite зеленой серии и 3M. Да, но, как говорится, на самом обзоре мы не могли ничего сказать, потому что, ну, действительно, в принципе-то, что мы там потерли, да, чуть-чуть. И мы решили отложить все это дело и поработать, просто поработать данным абразивом. Сделали машину, бампер, учились на тренировочных. Короче, 2 недели в школе мы работали данными абразивами, и сегодня мы расскажем свое мнение и немножко, может быть, поговорим о особенностях дисков. И сегодня мы имеем все те же диски, которыми мы работали, и давайте немножечко о них поговорим. И что же мы можем сказать за эти 2 недели нашего теста, где работали мы, где работали ученики? Плохого мы не можем сказать ни об одном из вариантов этих кругов, ни 3M, ни Sunmite, ни Soma. Все они работают очень хорошо и очень качественно, но есть у них небольшие все-таки отличия, что какие-то круги стачиваются быстрее, какие-то круги работают дольше. Конечно, нас очень порадовали круги Soma, а именно Rhombus, за счет того, что они очень хорошо трут и меньше всего забиваются. А также, конечно, ценовая сторона этого вопроса. И теперь сравним, что же получилось. Для наглядности покажем в виде схемы. Вертикально будет цена за один кружок, по горизонтали отметим, как работает. Отметим сначала по цене самый дорогой Кубитрон. Теперь отметим по результату теста, как работают. Соединим точки и получим вот такую схему, на которой мы видим соотношение цены и, так можно сказать, КПД. Я попытался сделать схему по своим наблюдениям, а вот вам уже делать выводы. Собственно, круги Soma Rhombus имеют очень интересные прожилки, то есть сам абразив у них только на ромбиках. Между ромбиками у них есть прожилки, за счет которых, вероятнее всего, идет более качественный отвод пыли. То есть пылесос, получается, отводит пыль не только через вот эти вот отверстия, но и за счет вот этих вот прожилок гораздо проще подвести пыль от части круга без дырочек туда, где все-таки есть отверстия. На разных абразивах они разные, но работают одинаково хорошо. Хотелось бы еще обратить внимание также на то, что сам абразивный материал на круге, он очень острый. И он очень долго не тупится, что позволяет нам в разы быстрее производить нашу работу. Для более полного понимания, о чем же мы все-таки говорим, я вам советую посмотреть наш первый обзор по этим материалам. Там был батл не только Soma, там был и Sunmite, и 3M. И не хотелось бы обидеть никакой из материалов, потому что все они работают очень достойно. Но всегда становится вопрос цены. И в сохранении вашего семейного бюджета победил у нас в нашем батле Soma и все его линейки, так как все-таки его цены более приятны. Вот, в принципе-то, и все, что мы хотели сказать. Материалами мы очень довольны. Еще раз повторяюсь, это не тупая реклама, хотя рекламная жилка здесь, конечно, есть. Это не тупая реклама, мы действительно попробовали, мы поработали, никто вас не заставляет брать, но попробовать стоит. Согласитесь, если вы платите за что-то 2 рубля и 4 рубля, да, а
на 4 рубля, то есть вы меньше поработали, чем хотели, меньше, чем за 2 рубля, то это экономия уже в разы, а не в 2 раза. Поэтому выбор у каждого свой, никто руки не ломает, никто не навязывает. Мы вас познакомили, что такой материал существует. Ваш выбор. Да, если вы его увидите в магазинах, просто возьмите на пробу. Не надо брать коробку. Угу. На сегодня все. Здоровья всем крепкого. Настроения бодрого. Добра. И денежек. Побольше.